просмотрел. Просто не видел я его проката в короткой программе, но то, что человек является чемпионом Германии, уже само по себе внушает уважение. 13-е место после короткой программы, и больше того, он был 15-м в прошлом году на чемпионате Европы в Будапеште. То есть изначально к этому человеку есть смысл внимательно присмотреться. Начало. Четверной прыжок. Действительно, человек не зря занял первое место в Германии. А что, не Либерсом единым, как говорится.
Им бы еще туда Инга Штойра вернуть. И совсем будет полный порядок. Питер Либерс в нынешнем сезоне занял третье место в короткой программе в чемпионате Германии. Потом снялся с дальнейших соревнований. А Франц Штройбель был вторым. Короткой. Выиграл произвольную по сумме, соответственно, опередил соперников. И, как следствие, сейчас выступает на чемпионате Европы. И выступает, я бы сказал, очень даже успешно. Первый четверной мы наконец-то увидели в произвольной программе, что, согласитесь, приятно. Четверной тулуп, причем на плюс, исполнил немецкий фигурист. Потом был очень неплохой аксель, 3,5 оборота, но уже не так блестящий на приземлении. Тройной лутц, хорошие вращения, все красиво. И в концовке стало понятно, что спортсмену не хватает свежести. Слишком много сил заняли у него вот эти стартовые минуты. Четверной тулуп, тройной аксель, тройной лутц. И дальше уже пошли ошибки. Тем не менее, очень приятное впечатление оставляет этот белокурый, блондинистый немецкий фигурист. Чемпион своей страны. У женщин, да, сильнейшая разминка. 5 блондинок и Туктамышева. У мужчин Франц Штройбель и остальные. Это вторая только группа. Франц Штройбель не очень похож. Одного известного фигуриста похож больше, хотя мне, честно говоря, так не показалось поначалу. Другое дело. 186,18 результат Франца Штройбеля. Он первый, учитывая, что впереди осталось только 13 человек, обеспечивает себе 14 место. И как